У меня, как у человека, создающего модели для 3D-печати в Blender, часто возникает проблема преобразования треугольных граней в четырехугольные. Я думаю, она возникает и у многих. Сейчас я покажу пару способов, как можно это сделать. У нас есть моделька пробки. Как видим, она вся состоит из треугольников. Чтобы преобразовать ее в четырехугольники, можно воспользоваться, во-первых, модификатором. Перейдем снова в объектный режим. Добавить модификатор. Remesh. Увеличим глубину. Ну, допустим, вот 6 будет достаточно. И scale, масштаб. Теперь посмотрим на саму модельку. Применим модификатор. Посмотрим на саму модельку. Как видим, теперь она состоит из четырехугольников. Это не очень удобно, не всегда удобно. И приводит к артефактам. К примеру, вот, пожалуйста. Здесь вот. Есть второй вариант. Убираем модификатор. Выделяем все наши полигоны. И нажимаем клавиатурное сочетание Alt-J. Вот, пожалуйста, как видим, проблемы кое-где еще остались. Тем не менее, артефактов искажений на модели нету. И остальные недостаточки можно быстренько подправить вручную. Собственно, все на этом. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы.